Долгое время жители поселка Развилка ждали этого сказочного события. И речь идет не о Новом годе, а об открытии детского сада «Сказка». Полтора года дошкольное учебное учреждение находилось на реконструкции. Все это время ребята ходили в другие детские сады Развилки. И вот сегодня они, наконец, переступают порог родного дома. Вдохнули, наверное, и подарили вторую жизнь незадолго до 40-летнего, подчеркиваю, юбилея этому детскому саду. Перерезать красную ленточку доверили одной из воспитанниц детского сада. Она же и провела экскурсию для почетных гостей. Обновленный яркий фасад, который все заметили на входе, это лишь начало впечатляющей реконструкции. Благодаря пристройке расширился пищеблок, появились дополнительные помещения для физкультурного зала, кабинетов логопеда и психолога. Мы развиваем высшие психические функции, да, память, внимание, там, воображение, мелкую моторику рук. Здесь я могу более четко и лучше проработать все эти моменты. Уже завтра малыши начнут здесь заниматься, а сегодня они, как и остальные гости, посетили детский сад, чтобы познакомиться со своими группами. Маленькому Андрею больше всего понравились игрушки. Мне понравилась группа, где очень много машин. После реконструкции детский сад «Сказка» вмещает 245 детей и состоит из 12 групп. Две из них логопедические и одна для самых маленьких – от 2 до 3 лет. Появилась у нас здесь малышковая группа, то, что сегодня является одним из требований, в том числе выполнение указов президента, когда мы должны уже обеспечивать местами в детских садах детишек от 1,5 лет. И в этом детском саду эти все условия созданы. Для сотрудников дошкольного учреждения это настоящий новогодний подарок. Работать в таком комфортном, светлом, просторном помещении приятно и радостно. И они с нетерпением ждут ребятишек. С Нового года мы все возвращаемся домой. Возвращаются абсолютно все педагоги, которые ранее работали на других базах, дошкольных учреждениях. Возвращаются наши дети. И, конечно же, мы еще и принимаем новых детей, которые дождались своей очереди и с радостью придут к нам в детский сад. Воспитанники и сотрудники детского сада решили поблагодарить главу Ленинского района за их обновленный сказочный дом и вручили ему подарок. Отблагодарите, сделайте подарок нашим гостям. Фантастическая крошка новогодняя. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.